Hola a todos, привет всем! И у нас с вами сегодня три типа спряжения глаголов. Sí, amigos, наконец-то мы с вами добрались до спряжения испанских глаголов. Одна из интересных тем, sí, потому что мы узнаем, что испанские глаголы изменяются так же, как и русские. Sí, тоже есть 6 местоимений, и под все эти 6 местоимений нам нужны свои 6 окончаний у глаголов. Amigos, sí. Ну что, я думаю, эта тема вас не испугает, sí, потому что вы уже много чего выучили. И, конечно же, нам предстоит еще выучить очень-очень многое. И не будем с вами останавливаться, а начнем изучать спряжение глаголов. Sí, amigos. Но прежде обязательно поставь колокольчик, подпишись на мой канал и поставь лайк, чтобы я видела, что тебе нравятся мои видосы. Sí. Empezamos. Начинаем. В испанском языке существует три типа спряжения глаголов. Это глаголы, которые оканчиваются на ar, на er и на ir. Sí? И у каждого этого типа есть свои окончания. Давай посмотрим. Глаголы, которые оканчиваются на ar, имеют такие окончания. O, as, a, amos, ais, an. Sí? Например, глагол петь. Cantar. Sí? Окончание ar. Отрезаем окончание ar и подставляем под лицо, которое нам нужно. Sí? Например, я пою. Yo canto. Sí? Yo canto. Ты поешь. Tú cantas. Sí? El, ella, usted canta. Sí? Nosotros cantamos. Vosotros. Как будет? Вы поете. А? Подставляй. Cantáis, sí, и они поют. Как ты скажешь? Ellos, ellas, ustedes cantan, sí? Perfecto, muy bien. Переходим ко второму типу спряжения. Это глаголы, которые оканчиваются на er, sí? У них такие окончания. O, es, e, hemos, eis, en, sí? Возьмем с вами пример глагола comer, кушать, sí? Есть, кушать. Ням-ням. Угу. Глагол comer. Sí? И будем спрягать. Я ем. Yo como. Sí? Ты ешь. Tú comes. Она ест. Как? Ella come. Sí. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Sí? Ellos, ellos, ustedes comen. Sí? Amigos, обязательно произносите правильно спряжение глаголов. Я имею в виду ударение, sí? Например, не comes, а comes, sí? Если у тебя вопросы по ударению, обязательно посмотри мое видео с правилами ударения. Их там всего 4. Очень легко. Посмотри и возвращайся. И еще раз. Como, comes. Come, comemos, coméis, comen, sí? Едим. Кто? Мы, они, вы, etc. И третий тип спряжения глаголов – это глаголы, которые оканчиваются на ir. Sí? Такие окончания у них. O, s, e, imos, is, n. Sí? Видите, что они похожи со вторым типом спряжения глаголов, кроме форм nosotros и vosotros. Sí? Давайте возьмем с вами глагол escribir – писать. Sí? Я пишу. Как ты скажешь? Yo escribo. Sí. Ты пишешь. Tú escribes. Sí. Он, она, вы. Sí. Как? Ella escribe. Sí. Дальше. Nosotros. Nosotros escribimos. Vosotros escribís. Ellos, ellas, ustedes escriben. Perfecto. Muy bien. И, чтобы лучше запомнить эти спряжения, посмотрите внимательно еще раз на вот эту таблицу. Обращаю ваше внимание, что везде в первом лице у нас идет «о». Везде. Trabajo, como, vivo, escribo, sí, etc. У нас будет везде окончание «о». Sí. Во втором случае уже различаются, да? Но везде «эсы» добавляется. В третьем нет нигде «эсы», sí. В четвертом они вообще похожи между собой, sí. Vosotros тоже. И «эйос» también, sí. Son iguales, похожи. Поэтому, amigos, обязательно выучи окончание. Прям берешь и диктуешь. O, as, a, amos, ais, an. O, s, e, amos, ais, an. O, s, e,
Имос, из, эн, си. А для лучшего запоминания обязательно сделай домашнюю работу. Си. Проспрягай вот эти глаголы. Это глаголы правильные. Кстати, я не сказала в начале видео, что мы говорим с тобой о правильных глаголах сегодня. Си, у нас также есть и неправильные, которые разделяются на глаголы индивидуального типа спряжения и отклоняющиеся глаголы. Но об этом немножко попозже. Си, амигос. Не стоит переходить сразу к следующим урокам, пока ты не закрепишь именно вот эти уроки. Именно спряжение правильных глаголов. Тебе нужно обязательно выучить окончание, чтобы ты с легкостью мог любой правильный глагол спрягать как по маслу. Си. Поэтому учим и делаем 1001 упражнение. Си, амигос. И nos vemos muy pronto. Adiós.